В программе самые известные номера прославленного на весь мир коллектива. Все выступления композитор провел на ногах, руководя творческим процессом. После концерта Виктора Захарченко со сцены поздравил губернатор. Вот в чем феномен Виктора Гавриловича? Он сам из народа вышел. Он сегодня с народом, в народе. Поэтому народ его и питает. Поэтому то, что сегодня он создает, оно будет вечным. Так как вечным будет народ. Он глубоко-глубоко своими корнями в народе. Он черпает вам силы. Там он берет вот эту энергию, мощь, которая сзади меня стоит. И которая сотрясает и потрясает каждого. Каждого сидящего в этом кресле и в этом зале. После выступления Виктор Захарченко рассказал Вениамину Кондратьеву о творческих планах Кубанского казачьего хора.